Человек бензопила. Напарники. Глава первая, часть вторая. Два часа езды на поезде от центра города. Полтора часа езды на автобусе. Затем они пересели на другой автобус еще на час. Оттуда было тридцать минут подъема по горной дороге. Нужное им здание находилось глубоко в горах у черта на куличках. Спустя три дня ребята прибыли на место. «Ура! Мы наконец-то здесь!» «Кому бы пришло в голову останавливаться в таком месте?» Дэнджи и Пауэр сидели на траве, тяжело дыша. «Ладно, я ухожу. Пообещайте, что не наделаете глупости и не сбежите. В противном случае вы знаете, что вам грозит». Дэнджи и Пауэр пристально посмотрели на своего опекуна. «Я знаю, что делаю, так что заткнись. Я обещал маки сан что буду полезен. Я не собираюсь убегать». Хохолок – жалкий человек, если он не может доверять своим приятелям. «Если хотите, чтобы я доверял вам, нужно изменить свое поведение. Я уверен, что у вас все получится. Не очерняйте имя Департамента общественной безопасности». Возразив, Аки начал спускаться по горной тропе. «Он такой раздражающий!» «Думаю, у него проблемы с головой», После пары слов о Баке, Пауэр почувствовала себя немного лучше и перевела взгляд на здание. По сравнению с городом, здесь ветер дует сильнее. Запах травы и земли, знакомый еще с тех времен, когда они с мявкой жили в горах, проник в ее ноздри. Дом в западном стиле, который они искали, стоял по другую сторону массивных, увитых плющом ворот. На фоне густого темного леса, Белоснежные наружные стены красиво выделялись. Это место было сценой для гениального детектива Пауэр. «Человеческое тело исчезло! Загадочно! Это идеальная сцена для меня!» «Хм, так вот, как ты называешь дом, в котором исчезают люди!» Когда она повысила голос в порыве хорошего настроения, Дэнджи бросил на нее подозрительный взгляд. «С того момента, как мы покинули дом, меня интересовала лишь одна вещь что ты на себя напялила?» Пауэр радостно приподняла маленькую шелковую шляпку на голове и закрутила ее на месте. «Тебе нравится? Хохолок дал мне ее взамен на то, что я буду убирать ванную комнату в течение месяца!» «Серьезно, что ли?» «Да, я не собираюсь убирать ванную или выполнять какую-либо другую работу прислуги. Мы победим демона, а потом пойдем своей дорогой!» «Так ты собираешься сражаться с демоном в таком виде?» Макима сказала, что она идеально подходит для того, чтобы спрятать мои рога». «Не то чтобы меня это волновало». Пока Дэнджи сидел на земле и вздыхал, Пауэр подняла кулак к небу и радостно сказала. «Дело! Детектив! Ассистент! Зрители! У нас есть все, что нам нужно!» «Дело, детектив, это понятно. Но где ассистент?» «Конечно же, это ты, Дэнджи!» «Что?» «А вот ты, зрители!» Пауэр указала на ворота особняка, перед которыми околачивалось около дюжины мужчин. Вероятно, это были гражданские охотники на демонов, о которых упоминала Макима. Но для Пауэр их роль заключалась в том, чтобы засвидетельствовать блестящие решения дела и осыпать похвалой знаменитого детектива. Один из охотников, шедший впереди группы, приблизился к ребятам с мрачным лицом. Он был одет в свитер и держал в руке длинный японский меч – «Здравствуйте. Меня зовут Кензо. Я не думаю, что когда-либо видел вас раньше. Вы тоже охотники на демонов?» Положив руки на бедра, Пауэр ответила с большой гордостью. «Да, я великий детектив Пауэр!» «Что?» «А это мой помощник Дэнджи!» «Почему я должен быть твоим помощником?» Лицо мужчины исказилось от протеста Дэнджи. «Вы, должно быть, шутите!» Вы словно дети, что вы можете сделать? же встал и свирепо посмотрел на мужчину. Я не знаю, что ты там обо мне думаешь, но я серьезно отношусь к своей работе. Старик, не беспокойся. Правильно, старик. Эй, мне всего двадцать пять. Человек, назвавшийся Кензо потряс кулаком. Смотрите, это вам не игровая площадка. Если будете мешаться, вам не поздоровится. — сказал мужчина, словно выплюнув эти слова в их адрес, и ушел прочь. «Что с ним?» «Это зритель номер один. Не обращай внимания». Пока они вели этот разговор, железные ворота особняка медленно и со скрипом отворились. Пронзительный звук был подобен звуку фанфар, возвещающих о начале остросюжетного спектакля, и настроение Пауэр поднялось. Однако то, что стояло там, было полной противоположностью ее ожиданиям. Изможденный пожилой мужчина. Он низко поклонился охотникам. Спасибо вам за то, что проделали такой долгий путь. Пожалуйста, окажите нам свою помощь. Раньше это был загородный дом богатой семьи, но я выкупил его после того, как он был заброшен. Позже я его отремонтировал и открыл гостиницу. Следуя за заказчиком, которого, как оказалось, звали Канбаяси, ребята двинулись к воротам. Канбаяси тяжелой походкой шел впереди и измученным голосом объяснял, что произошло. Однако произошел случай, когда гости и весь обслуживающий персонал, которые остались в поместье на ночь, исчезли на утро. В группе, идущей позади, гражданский охотник на демонов поднял руку над головой и сказал. «Они же не могли все просто убежать!» Это был Кензо. «Навряд ли», — продолжил он. «Добраться до города можно на автобусе. Остановка находится у подножья горы, но нет никаких признаков, что они там появлялись». Владелец ответил загадочным тоном, и Кензо фыркнул. Да, скорее всего, в этом замешан демон. Если так будет продолжаться и дальше, то наша компания потеряет много денег. Нам нужно, чтобы вы помогли нам раскрыть эти исчезновения. Пожалуйста. Ага, все в руках детективной власти. Этот узел тайны будет распутан в кратчайшие сроки. Ассистент? Я не нанимался к себе в помощники. Пара из девушки в шелковой шляпке и быдловатого юноши привлекала недоумевающие взгляды всех присутствующих, но мозг Пауэр автоматически преобразовывал их взгляды в восхищение. Владелец толкнул толстую входную дверь, открывая просторный холл. Перед ними была резная деревянная стойка регистрации, и когда они обернулись, то увидели, как после полуденный солнечный свет струится из двух окон. Стойку никто не убирал с момента исчезновения — и на ней лежал толстый слой пыли. «Если смотреть сверху, то дом имеет форму креста. Здесь, в верхней части креста, расположен вход», — объяснял владелец, показывая рисунок. Ступая по красному ковру, они подошли к перекрестью. «Слева находится гостевая зона, а справа — зона для персонала», в зону персонала входили уже прибранные кухня, офис и подсобка. В задней части находилась кладовая с продуктами, заваленная пакетами с хлебом и полуфабрикатами. «Еда!» «Да, еда!» Дэнджи и Пауэр ухватились за эту возможность. Владелец усмехнулся и пояснил. «У нас достаточно еды, чтобы продержаться несколько дней, так что не стесняйтесь есть сколько пожелаете». Группа вернулась на перекрестие, на этот раз пройдя по главному коридору спиной ко входу. Это нижняя часть креста. Пройдя немного, Кенза показал нам маленькую дверь в стене коридора. «Сэр, а Нет. это что за комната?» «О, это энергетический отсек». Это была небольшая, тускло освещенная комната с бесчисленными трубами и проводами, причудливо переплетающимися друг с другом. В центре комнаты стояла большая машина, звук работы которой напоминал грохот земли. По-видимому, это был генератор. Это дорогостоящее оборудование, поэтому, пожалуйста, по возможности, не заходите в эту комнату. Сказал владелец и двинулся вперед. Пройдя по длинному прямому коридору, группа оказалась в просторном зале. Потолок был таким высоким, что тут можно было бы провести небольшое спортивное мероприятие. В передней части зала располагалась барная стойка и зона для общения. А в задней части была развлекательная зона с бильярдным столом, столом для пинг-понга и дарцем. «Это сцена для меня, великого детектива!» «Нет, это для концертов и представлений. Комната звука изолирована, поэтому даже если вы будете сильно шуметь ночью, в комнату для гостей звук не проникнет», Дэн же с радостным выражением лица указал на дальнюю часть комнаты. «Эй, Пауэр, это же бильярдный стол. Давай позже сыграем». «Ты прям как ребенок». Пауэр была немного раздражена тем, что ранее владелец дома опроверг ее слова. «Ты же не играла в бильярд». «Конечно же играла». «Врешь». «Не вру. Однажды я выиграла в профессиональном матче, и это факт». «Полная брехня, я так и думал». «Эй, заткнитесь! Они действительно охотники на демонов!» Другой охотник легонько похлопал Кенза по плечу, и на его лбу появилась бледная полоска. «Я уверен, что с ними все будет в порядке. На этот раз контракт предусматривает бонусы, основанные на результатах работы, а не на базовом окладе. Чем бесполезнее будут они, тем больше денег мы получим». «Ну да, но...» Кенза с горьким выражением лица обращает свое внимание на другую сторону развлекательного зала. А там что? О, эта зона еще не отремонтирована. Группа последовала за владельцем, когда он вошел в последнюю комнату. За дверью был узкий, тускло освещенный коридор. Вскоре показался поворот, и двигаясь вдоль стены, они наткнулись на еще один поворот. Это можно было бы назвать коридором, но он был довольно сложным и извилистым поэтому больше походил на лабиринт, хотя там и не было никаких ответвлений. Света было мало, а воздух был влажным и застоявшимся. «Что это, черт возьми, за место?» «Этого даже я не знаю. Может, кто-то пытался построить игровую площадку?» «Владельцы дома менялись так много раз, что оригиналы документов уже не найти», Владелец ответил на вопрос Кензо, покачав головой. Когда они добрались до конца коридора, то оказались у кухонной двери в нижней части дома. Вернувшись в зал развлечений, владелец вручил каждой группе ключи от их комнат. Он сказал, что вернется на следующий день для проверки, и затем покинул дом. Звук закрывающейся входной двери возвестил о начале рабочего дня – и несколько расслабленная атмосфера в мгновение стала напряженной.